Деревня Нечаево сельского поселения Большерогачевское расположена на северо-западе Дмитровского района, на самой границе с Тверской областью. Коренные местные жители рассказали нам интересную историю о названии деревни. Был такой солдат царской армии по фамилии Нечаев, которому за боевые заслуги пожаловали небольшой кусок земли в этих болотистых краях. Здесь со временем и возникло небольшое поселение. После революции 1917 года в деревню Нечаево, как и в другие населенные пункты Рогачевской волости, пришла коллективизация. Появились мелкие колхозы, крестьяне доили коров, выращивали овощи, растили детей. Но мирную крестьянскую жизнь деревни нарушила канонада, движущаяся с востока. Передовые части немецких войск рвались к Москве. В ноябре 1941 года одна из немецких мотострелковых частей на несколько дней остановилась в Нечаеве. Через месяц снова послышалась канонада, но теперь с запада. Свежие части Красной армии, прибывшие из Сибири, погнали немцев в сторону Клина. Жители деревни Нечаево во время оккупации прятались в лесу. Во время боев соседняя деревня Чешково сгорела дотла. Она так и не была восстановлена. Здесь были очень тяжелые бои, но да, я в самом деле как бы... Когда даже едешь сюда, в деревню, то очень много памятников видишь нашим погибшим бойцам. И более того, несколько лет назад, вот буквально вот в этом лесочке, нашли снаряд. И сюда приезжали МЧС и взрывали прямо на месте снаряд. Вот. И более того, я как бы люблю в лес ходить по грибы, и вот очень много воронок. И на своем участке я находил даже гильзы и вот какие-то вот остатки вот от войны, эхо войны, как бы сказал бы. У нас есть дом, который с войны остался. Вот его можно... Ну, как бы я... Это свет. А, вот здесь, да, здесь нам рассказывают. Да, здесь была деревня, да. Деревня, да. Полностью дотла. Полностью дотла. Помню, как... Вот, у нас после войны осталось тут буквально 3-4 дома. Вот один дом до сих пор остался. Но они его сейчас, местные жители его, конечно, уже переделали в том плане. Бревно тоже довоенное. Вот, а просто снаружи у него фасад... обделаны. В Нечаево прописано всего 8 человек, но летом деревня оживает от зимней спячки. Приезжают дачники, пашут землю, сеют овощи, косят газоны. Так поступили несколько лет назад староста деревни Нечаево Андрей Розанов и его сосед Петр Злобин. Они променяли пыльную и шумную Москву на тихую и уютную подмосковную деревеньку. И поставили цель навести порядок не только на своих участках, но и в самой деревне. Для начала решили почистить, расширить и углубить пруд. Пожарный водоем. Он нужен в каждом населенном пункте, потому что без него никак. Не в том плане, что рыбу половить, там, детям покупаться, а самая проблема возникает это зимой. Почему? Потому что народ начинает, опять-таки, возвращаясь, газа нету, народ начинает обогреваться электричеством, увеличивается мощность, где-то проводка плохая, где-то еще что-то такое, возникают пожары. И вот наш водоем, он и зимой не замерзает, потому что благодаря администрации нам разрешили подключать здесь электрический аэратор, пользоваться, значит, электричеством, то, что вот оплачивает администрация. Вот это тоже как бы такой вот очень интересный момент нашей деревни. Одно время были в деревне проблемы с электроснабжением. Старый трансформатор не выдерживал нагрузки, особенно в зимнее время. Газа-то в Нечаеве нет. Из-за этого напряжение падало до 180 вольт. Отключались электроприборы, лампы горели в полнакала. Андрей Розанов и Петр Злобин написали письмо в местную администрацию, встретились с энергетиками, и через некоторое время проблема была решена.
Вот был момент, у нас немножко было перебои с электричеством. А перебои с электричеством не то, что отключали ее электричество, но перебои с электричеством был перекос фаз. Вот. И когда староста обратился к начальнику Врагачева, к начальнику сетей, вот, сделали заявку. Да, естественно, они немножко там по времени не сразу приехали, но потом приехали, они поменяли на подстанции, поставили новые автоматы, все, и выровняли электричество. Электричество нормально сейчас стало. Поэтому я понимаю так, что обращаюсь, но опять обращались и к сети, и к администрации. И администрация в этом помогает. Вообще люди довольны работой администрации сельского поселения Большерогачевское. Говорят, там всегда выслушают и примут решение. Я бы хотел отметить то, что администрация очень помогает. И вот помогает она в чистке дорог, в восстановлении дорог. Вот. Так что вы зря говорите, что нам скучно зимой. Зимой нам не скучно. Вот, да, местные власти это хорошо помогают. А насколько активно сами жители? Жители активно благодаря старосте. Староста у нас хороший. Благодаря старосте. Вот. И жители, ну, кто постоянно в этом участвует, кто не участвует, мы стараемся собрать собрание, внушить человеку, сказать ему, что надо делать так, потому что мы общее дело делаем. Ну и получается у нас, получается все нормально. Кстати, электроэнергию, которую потребляет установленный в пруду аэратор, оплачивает администрация. Вот бы еще дороги хорошие в деревне построить, мечтают сельчане. Зимой здесь было невозможно было проехать. А администрация Рогачева пошла нам навстречу, и в связи с тем, что здесь постоянные жители, даже были дети, которые учились в Рогачевской школе, добились того, что, сами понимаете, снег, снегопад, на простой легковой машине очень сложно проехать. И во главе с главой администрации вот, сделали так, что трактора постоянно стали сюда приходить и чистить дорогу. Есть в деревне Нечаево еще одна проблема. Раньше сюда заглядывала автолавка Райпотребсоюза, обеспечивающая жителей продуктами. Сегодня за хлебом и колбасой приходится ездить в село Рогачево. Молодые семьи имеют автомобили, так что доехать до райцентра не проблема. А вот пожилым людям приходится просить привезти продукты своих родственников и соседей. Нет в деревне и контейнеров для сбора мусора, но сельчане следят друг за другом и не допускают несанкционированных свалок. А главная проблема деревни Нечаево, как и многих тысяч российских селений, отсутствие голубого топлива. Областная программа газификации деревень буксует, так как предполагает газификацию лишь тех населенных пунктов, где постоянно проживают не менее 100 человек. Конечно, не хватает газа. Если был бы проложен газ, то однозначно количество людей бы увеличилось. Почему? Потому что газовое оборудование позволяет дом оставлять в теплом состоянии. Вот. И люди бы приезжали бы хотя бы на выходные. А так как нет тепла в доме, то, сами понимаете, протопить дом за несколько часов очень сложно. Ближайший населенный пункт, где есть газовая труба, село Покровское. Оно расположено в 2 километрах от Нечаева. Если Мособлгаз решит провести трубу в село Чернеево, то на пути как раз окажется Нечаево. Это единственный шанс дать людям пожить по-человечески. А так приходится топить дома углем и дровами или электрическими котлами. Но это весьма дорогое удовольствие. Года, проживаю постоянно здесь, как ушел вот на пенсию, и решил Москву немножко поменять на деревню, потому что здесь свежий воздух, все прекрасно. Зимой здесь тоже очень хорошо, потому что хорошо чем? Потому что дороги чистят, все нормально, дороги вот сделаны.
Перед отъездом староста Андрей Розанов предложил отведать колодезной водицы. Говорит, она тут самая лучшая в округе. Действительно, вода чистая, родниковая. А без газа люди привыкли жить. Ведь русский человек привыкает к любым условиям.